Добрый день, мои дорогие уважаемые подписчики, гости канала. Вы на канале «Что в старой шкатулке?» Забежал на пункт приема металла. Есть вот такой вот советский кубок. Такой вот советский кубок. Есть клеймо. Сейчас я пойду на улицу, покажу. Значит, цена его 7 рублей 85 копеек. Такое вот клеймо. Орел. Парящий орел. Такой вот советский кубок. 30 гривен просят. Так, 30 гривен просят за этот кубок. Что тут у нас еще есть? Есть кирка. Кирка советская. Кирка. Интересная, тоже хорошая вещь. Потом какой-то прибор вот есть. Так, гусятница. Гусятница гривен 30, да? 1,10, 3 по 7. Не, гусятница. 70. Топорик. Вот такой вот незаменимая вещь в хозяйстве. 30 гривен тоже просят. Но нету набалдашника. Здесь должен быть набалдашник. Его нету. Надо подумать. Хорошая вещь даже в хозяйстве пригодится. Немножко здесь ржавчина. Почистить. Но есть знак качества. Сейчас я выйду на улицу, потому что здесь темновато. Знак качества. Цена его 6 рублей. Вот такой вот предмет есть. Так, вот есть какой-то вот тоже предмет интересный в коробочке. И даже вот есть инструкция, сохранилась. Куча таких вот статуэточек есть. Все такое вот есть. О, смотрите, какой человек принес. Сегодня сдает вот такой вот от Зингер. Там что-то написано ПГМЗ. Не-не, я имею в виду вот это вот, уважаемый, вот это вот от швейной машинки. Да, это швейные машинки, это Зингер. Да, вот такой вот тоже человек пришел, сдает. Сейчас я вам покажу. Здесь такие вот еще игрушки. О, это мой хороший товарищ, приемщик. С ними сотрудничаем. Вот бутылочка какая-то интересная, смотрите. Уникум. Уникум 1790. Ну, интересная, маленькая такая бутылочка. Классная. И вот такая вот. Еще такой графинчик есть. Графинчик такой вот есть. Вот такая вот бутылочка еще есть, ребятки. Так, что вам еще показать? Документы вот здесь. Сейчас я вам покажу документы еще. Так, книжечка Немиров. Старинная книжечка советская. Диплом, копия. Так, на бухгалтера. 76-й год. Советские открытки. Святом травня, 1 травня. Такая вот природа. Такой вот старинный город. Старинная Москва. Старинная открытка. 59-й год. Ленинград. Тоже Ленинград. Петр I. Памятник Петру I. Ленинград. Тоже Ленинград. И тоже Ленинград. Памятник Ленину. Какой-то музей. Целый вот принесли сегодня. Девочка такая. С такой вот коробочкой металлической конфеты были. Кто помнит, старшее поколение должно помнить. Здесь музей в Ленинграде. Группа туристов. Так, здесь, наверное, тоже что-то есть. Москва. Виды Москвы. Это ВДНХ. 60-е года. 62-й год. Так, выставка достижений сельского хозяйства СССР, тоже старинная такая вот, набор, 61-й год. Также здесь есть еще такие вот минеральные воды. Кавказские минеральные воды есть. Такая вот открыточка еще есть. Ресторан «Весна», а лето, лето. Олимпиада 80, фотография. Красная площадь. Вот, пожалуйста, такая вот фотография есть. Написано «Первый камень, памятник на месте покушения на жизнь вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. 30 августа, 7 ноября, 18-22 год». Такая вот фотография. Способ чищения – это выведение плям. Укрстиль, Министерство торговли в СССР. Так, вот такая вот памятка, тоже старинная. Укрстиль. Почетная грамота. Такой вот обложечки.
свидетельство. Номер 161, Львов, 65-й год. Интересно. И вот такая вот грамота. Ничего такого интересного, но все же есть то, что есть. Люди принесли. И нужно все это, конечно, брать. Так, ну и вот такая вот. Человек только что принес. Я вам покажу вот такую вот вещь. Можно хорошо сделать с него стол. Так, вот это была швейная машинка. Чугуняка такая тяжелая. Такая вот вещица. Интересная. Масленочка вот такая вот еще есть. Предлагают купить, но масленочка, старинная масленочка, но в таком состоянии не очень. Не знаю, посмотрим. Всякий такой вот шпортреб тут. Ручки, ложки и так далее. Человека. Служебная обстановка. Димон, вот это классная штука. Канал как называется твой? Название? Вело Дрим Хаус. Вело? Дрим Хаус. Дрим Хаус. Подписывайтесь на канал, товарищи. Тоже свой есть канал. Занимается ремонтом. Ремонтом макулатуры и ремонтом, прошу прощения, велосипедов. Вот такие вот вещи. Все, мои дорогие, будем заканчивать наш репортаж. Всем мира, добра, хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи. Вот у него такой аппарат еще личный. Ездит на работу. Все, удачи всем. Пока.